Островский, ну, на улице же она, наверное. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я работаю в гостинице «Харьков», мастер маникюра и педикюра. И купила у сотрудников, ну, с соседнего офиса лампочки светодиодные. Раньше у нас стояли экономные лампочки. Где-то нагорало у нас в месяц 130 киловатт. После того, когда поставили светодиодные лампочки, нагорает 70-80 киловатт в месяц. Очень экономно. Так что советую и рекомендую.